4 марта в Парке Победы состоялось торжественное зажжение огня 52-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Севера». 52 года, 52 раза мы открываем праздник. Это очень важно, это поколение людей, это тысячи воспитанных на этих праздниках спортсменов. Мы обязаны чтить традиции, обязаны сохранять этот праздник, его развивать и приумножать те победы, которые он приносит. Для меня это такое очень важное, знаковое событие, потому что до недавнего времени, будучи профессиональным спортсменом, я принимал участие и в праздниках «Север», и на «Королевах спорта». И для человека, который из такой сельской местности, всегда приезжая на такие большие крупные мероприятия, это реально было для нас праздником. И даже сейчас, по стечении там уже многих лет, да, когда вот уже и преподавательской деятельностью занимаюсь, все равно это также остается для меня праздником. Это такое же захватывающее событие, к которому мы готовимся. Почетную миссию зажжения огня предоставили одному из ветеранов омского спорта Анатолию Сивицкому. Он передал факел представителям Сибгувка, которые доставят главный символ праздника Севера на стадион «Юность» поселка Горьковская, где в 16:00 состоится торжественное открытие спартакиады.